Первый и единственный в России музыкальный информационно-развлекательный телеканал с синхронным вещанием в FM-диапазоне. Хотел сказать 44. Не-не-не, это еще не скоро будет. 10 часов и 4 минуты в Москве. Друзья, доброе утро. Телерадиоканал «Страна ФМ». Юлия Егорова здесь с вами. Влад Кутузов рядышком. Да, еще раз приветствуем. Ну и, как мы говорили, у нас такой вот очень крайне приятный музыкальный сюрприз сегодня в студии. У нас замечательная группа из Дании. Это датские музыканты. Группа под названием «Brothers Moving», так они Good называются. Good morning, boys. «Brothers Moving» сегодня у нас в студии. Сейчас каждого буду называть по имени. Так у нас в гостях Эсбен Кноблах. Аске Кноблах, good morning. Нилс Сорнсен, it's you, and Сайрон Бьорн. All right. Бьорн I don't use so much, but Melville, yes. But Сайрон was excellent. Сайрон is excellent, yeah. Okay. И переводить, ребят, нам на английского second, на русский будет Даша. Just a second, Хвеса. Well, sorry? Oops. Я пытался поздороваться по-датски сейчас, да-да-да. I'm Danish. Vessa. Yes. We say that a lot. Hello, good morning. Ну, ты попытался, дружище, как минимум. Я сделал все возможное, это уже зачет. Ребят, вы же были в нашей стране уже не один раз. Я знаю, что вот Эсбен, ты был 36 раз в России. Is it true? I think actually it's true. Yeah. Really? 36 yeah. times you это were правда, here? Да, я думаю, 36 раз я был здесь. Давайте вот. Есть ли смысл уезжать отсюда в таком случае? Is there any point to leave country in that case? To what? To leave Russia, why you are leaving? Yeah, maybe that's right. Наверное, это хорошая идея. Мне нужно просто остаться. Unfortunately, I'm not a citizen, so I can't stay all the time. Но, к сожалению, я не гражданин. So sometimes я не могу здесь оставаться все время. Это... визовые проблемы. Можешь считать это официальное приглашение. Мы постараемся сделать все возможное, да. Окей. Твой дома? У тебя дома, Влад? У тебя. For all of us are just Espen. I'm not married, I'm agree. Приглашаете всех остаться или только Эсбена? Всех, конечно. Всех, конечно. Конечно, безусловно. Всех. Кстати, давайте поговорим обо всех вас. Сейчас группа Brothers Moving где базируется? Вы живете в Нью-Йорке, там, где вы начинали ваше творчество, в Дании или вы вот как бы там... В путешествиях и в гастролях бесконечных? In the countryside of Denmark. We're based out in the forest of Denmark. Мы живем в деревенской местности, в Дании, рядом с лесом, далеко от города. Really? In village? You're... No village, no, no. Forest. In forest? Лес, даже не деревня, а именно лес. Но в Дании же там сотни островов, да? На каком из них вы обитаете? There are many islands in Denmark, so which one you live in? Oh, actually, we live in the mainland, who is connected to Europe. Да, мы живем не на островах, а на основной земле, которая соединена с Европой. Но даже там много красивых. And every time we travel and play music, it's always big, huge cities, Москва, Нью-Йорк, Берлин. И каждый раз, когда мы путешествуем играть нашу музыку, мы всегда приезжаем в огромные города, столицы, как Москва, Нью-Йорк, Берлин, и хорошо возвращаться домой в наши тихие места. Слушайте, ну мы о музыке еще поговорим сегодня более подробно, чуть попозже. Прямо сейчас мы хотим поближе познакомиться с творчеством группы, и у нас есть на выбор. Даша, попроси, пожалуйста, я к переводчику обращаюсь, посмотреть вот сюда. Вот. У нас есть три трека. Это «Роксен», это «Холливуд» и еще один третий трек. «Меня замучают». Какой мы сейчас послушаем? Дай посмотрим. Which one will be the first? I think it's a good idea to play Mina Zamucha because it's Давайте начнем с Мини Замуча. Потому что это то самое видео, которое сделало нас популярными и помогло нам приехать в Россию. Это то видео, которое просто зарепостили тысячи людей, когда увидели ваше выступление на Манхэттене. Да, больше 100 миллионов раз это все было перепощено и все закрутилось, завертелось. Ну тогда прямо сейчас будет 100 миллионов и еще один. Brothers Moving сегодня встречает утро вместе с нами в эфире телерадиоканала «Страна FM». И вот мы посмотрели выступление ребят. Это Union Square, это Нью-Йорк, это Манхэттен. И, в принципе, ваше первое выступление вот в этом как коллектива состоялось в Нью-Йорке, правильно? So your first performance as a band, was it in New York? It was. Yeah, we met in 2008. 2008 год. So 11 years это было в Нью-Йорке 11 лет назад.
We just wanted actually a vacation for two or three weeks. Мы просто поехали на каникулы на 2-3 недели и взяли с собой гитары, чтобы заработать денег на пиво. Incredible reception. People were wow, and we made hundreds of dollars. А в итоге мы получили отличную реакцию от людей, и люди дали нам сотни долларов. We looked at each other with all these green money in our hands and said, "Let's try this." И мы посмотрели друг на друга с этими пачками зеленых купюр и подумали: давайте попробуем, давайте создадим группу. Давайте продолжать. А why it was not in Copenhagen, for example? In Copenhagen. Well, first of all, I just joined the band. Во-первых, я только что присоединился к команде, поэтому у меня нет на видео. It's asking Espen's brother playing there, but I took his place now, so I'm part of the band now. So I can't. Сейчас я замещаю одного из братьев. I love Copenhagen. I think it's perfect to play there, but I'm just joining these guys. Но мне нравится Копенгаген, мне кажется, отлично и там играть, но к ребятам я только что присоединился. Скажите, а вот самое такое правильное место для уличных музыкантов, чтобы начинать карьеру? Где на земле? В Нью-Йорке, да? Нью-Йорк. Вы знаете, почему я думаю, вот мне прям страшно даже представить, как ты выходишь первый раз на Union Square, на Манхэттене, тебя окружают американцы, которые настолько избалованы классной музыкой. Is it thrilling to go for the first time on the Union Square in Manhattan because you are surrounded by Americans who are already spoiled by different music? I felt like it was a good thing because there's so many people playing music. На самом деле мы чувствовали себя отлично, я чувствовала себя отлично. Много людей вокруг играли, играют там музыку, это было просто. And you can say many bad things about Americans. But a very good thing is that they're very open-minded and they're very. И можно сказать много плохих вещей об американцах, но хорошая вещь, что они очень открытые и дружелюбные, да? Дружелюбные, открытые к разговорам, и они готовы всегда пообщаться. Сейчас мне интересно, мы должны спросить плохие вещи про американцев или все-таки мы как-то промолчим? Well, if you are very McDonald's. But sometimes after a show in America, maybe 50 people come up and say, "Oh, very good! I know someone you can." Иногда после представления в Америке. But the next day they forget it. 50 людей подойдут и поинтересуются тобой, а потом сразу забудут на следующий день об этом. Somebody come up to you and say, "Hey, come tomorrow. I have a radio." It's true. А если в России к тебе кто-то подойдет после шоу и пригласит куда-то, то это будет правдой. Как бы вас будут ждать на следующий день в этом месте. Нил, скажи, пожалуйста, часто тебя приглашают, вас приглашают в Россию после концерта? Не продолжит пати. Yeah, it happens. Да, это постоянно происходит. Because that's one of the things about playing in the streets. There is thousands of people passing by, and of course you interact at some point with someone. Да, даже когда мы играем на улице, вокруг нас ходят тысячи людей, они постоянно общаются, и кто-то приглашает продолжить вечеринку. Ну, смотрите, по поводу продолжить, ведь сегодня же концерт в клубе «Москва», здесь, в Москве, да, и два... Клуб «Москва», да. И два концерта еще в Питере, в клубе «Мот» и в клубе «Загородный клуб», это 27 и 28 июля, мы об этом поговорим. Прямо сейчас мы послушаем, наверное, еще «Мувин Голливуд». Голливуд? Окей? It's a very nice thing. Yeah, it was from a tour around the USA, and this is made это in видео... the desert of Utah. Utah, very nice. Place. Arches. Которое было снято во время тура по США, и конкретно это место называется Юта. Ну вот давайте посмотрим, как все это было, посмотрим и послушаем на телерадиоканале «Страна FM» буквально через несколько секунд. Доброе утро, друзья! Мы встречаем этот день вместе с крутейшей датской командой Brothers Moving в студии телерадиоканала «Страна FM». Давайте туда йо-йо-йо-йо-йо! Каждого еще раз представлю по именам: Эсбен Кномблах, Аски Кномблах, Сайрон и Нилс Соренсен. Все правильно? Yes, да. Все, сейчас я каждого уже из вас запомнил. Ребят, мы же поговорили с вами про Америку, про ее плюсы и минусы чуть-чуть, про российское гостеприимство, да? Но мы же хотим про Данию поговорить. Дело в том, что страна, ну, она не очень пока знакома, например. Вот нам с Владом, мы в Копенгагене ни разу не были. Ну, большинству нет, скажем так. Да, мы только начинаем покорять Данию. Мы туристы из России. И поэтому мы хотим с вами сейчас вот немножечко побольше узнать. Мы кое-какие факты нашли любопытные. Вот скажите, правда это или нет? Согласно результатам Кембриджского университета, датчане самый счастливый народ в мире.
Правда или нет? According to some research, Denmark people are the most happiest people in the world. Is it true? No, it's a lie. Ложь. But it's an interesting lie. Why? Интересное. We're also the one of the biggest consumers of antidepressant. Между прочим, да, датчане самые большие потребители антидепрессантов. Ну не знаю, как насчет антидепрессантов, мы слышали. Они поэтому и счастливые, слушайте. The welfare and the things around us helps us, so we don't have anything to worry about. That is basically what they mean, I think. Да, хорошая вещь то, что у нас хорошее обеспечение благосостояния и вообще забота государства о нас, поэтому нам не о чем беспокоиться. Наверное, вот что они имели. But But yesterday everybody said to me, why are you so grumpy? Why don't you smile? Но еще только вчера все говорили мне здесь, почему я такой угрюмый, почему я не улыбаюсь. Да-да-да. So it's I'm not one of those stains anyway. Так что да, я точно не самый счастливый человек. Ребята, а мы предполагаем, почему вы, может быть, не всегда улыбаетесь. Вот мы слышали с Кутузовым, что в Дании через день идет либо дождь, либо снег. So the other fact that every day in Denmark there is either snow or rain, maybe that's why you are not smiling. Is it true? That's a lie too. Wow. It's actually quite warm in Denmark. We only have snow a couple of days a year. На самом деле в Дании всегда достаточно тепло и снег только пару дней в году. We grow persik и абрикос и lovely. Да, мы выращиваем персики, абрикосы у нас в стране. В Москве как-то по-другому, да? То есть каждый день дожди у нас целый месяц. То есть я думаю, что разницы никакой не заметил. Do you like Moscow weather? In July, yeah. Yeah, в июле, да, в июле московская погода. Isn't it similar to the Danish weather, just more extreme? Yeah. Can you say that? It's a little bit warmer in the summer and very much наверное, colder. Главное отличие московской погоды то, что она более кардинально меняется. Это здесь гораздо теплее летом и гораздо. Слушайте, давайте от погоды все-таки перейдем к музыке, поскольку это главное. Смотрите, я чего хочу начать. У нас совсем недавно выступала группа Metallica. Ларс Ульрих, он датчанин, как известно. He's from Copenhagen, really? Yes. Ларс Ульрих, да, он датчанин. Так вот, они спели, и в каждой стране так делают, они исполняют самую известную песню той страны, где они дают концерт. Вот какая самая известная датская песня, которую будет петь весь стадион, если ее исполнит известный исполнитель? What is the most famous Danish song, you think? For Danish people? Yes, the one that the whole Danish people What is the hymn of your country? Not hymn, not official hymn, pop hymn or rock hymn, you mean? Yeah. Well, some Kim Larsen song, right? Yeah, it should be. We have a very famous singer-songwriter who just died. Да, у нас есть очень один знаменитый автор-исполнитель, который умер в том году. Everybody knows him. I guess it's his songs that's... It's pop or rock? It's folk. Folk. He's the same popular like for example, Филипп Киркоров in Russia. Do you know Филипп Киркоров? I heard of the name, not knowing. Но я слышал имя, но не уверен. Но очень жаль. Ким Ларсен. Ким Ларсен. Зовут датского исполнителя. Можно погуглить. Слушайте, это правда, что у вас велосипедов в Дании больше, чем автомобилей? Yeah, really? Yeah. Do you have everybody of us bicycles? Yes, of course. Yeah? I have three bicycles. Каждый из ребят имеет по велосипеду. А кто-то по три даже. Four in each city. Для каждого города, где они бывают. Слушайте, давайте перейдем к... Я хочу поговорить о еде. О еде. Вот человек, который... Человек, который впервые приезжает в Данию, в Копенгаген, например, или в Данию вообще, вот как, что он должен попробовать в первую очередь? 9 часов утра. В первую очередь. What he should try, the first, among the food? There is a place called Easter Grill in Copenhagen. Место, которое называется Easter Grill. And it's the best... Russian food. It's the best pig sandwich. Да, и там лучшие свиные сэндвичи. Сэндвичи, которые ты можешь купить, получить в 4 утра, после того, как ты пил пиво всю ночь. Он получает их бесплатно, поэтому он тут рекламирует. Понятно. Крутая реклама датская. Exactly, we have really nice restaurants. Вообще, да, в Копенгагене хороший ресторан. А я знаю, о каких бутербродиках вы говорите. Он называется Смёрёребрёд. Yeah. I'm cool. That's Aske. Aske expert в Смёрёребрёдах. Really? Go closer to the... I am, What kind of Смёрёребрёд you cook every morning? Какие Смёрёребрёды ты готовишь? Sometimes when I have time, it's just...
rye bread, this dark Когда rye есть время, bread. Ржаной хлебушек. Maybe toasted. Немножечко поджаренный no, на no, тосте. You put some herring. Немножечко сельди. Селедка, really, да? У вас же селедка. Яички. Onions. Лучок. Capers. Записывайте, записывайте за Аске. Каперсы, соль, перец. Майо. Майонеза. Чили. No, no. Chili? It's not the traditional. Кто-то добавляет чили, но это не самый традиционный вариант. I don't know this you want one. Chili on I thought, everything. Yeah, я все утро ждал этого рецепта. Теперь я счастлив. And then it's good with a, you know, a strong drink. Да, ну и хорошо с каким-нибудь крепким напитком. Шнапс. Шнапс. It's Danish. Мы в России это очень хорошо понимаем. Is it Danish? I don't know, but every country has their own. We have Gammeldansk, at least. С любым крепким напитком, который в вашей стране. Смотрите, как ловко и легко мы перешли с бутербродиков на датский напиток. Давайте переходить к творчеству. У нас уже еще один трек, еще одно выступление группы, которое прямо сейчас можем... Да, мы можем... А, сейчас у нас небольшая реклама, да, вот мне режиссер подсказывает. А после мы увидим выступление группы Brothers Moving с песней Roxanne. Это будет, наверное, чуть-чуть попозже, да. The Police. Grand Canyon. Yeah. А давайте прервемся сейчас. Из Большого каньона выступление. А, кстати, да. Телерадиоканал. Страна. Какое у нас крутецкое утро в эфире страны FM. У нас в студии группа Brothers Moving. Здесь Эсбен Кноблах, Аски Кноблах, Сайрон Милвилл и Нил Соренсен. Мне так нравится произносить ваши утро, датские имена. Good morning, мы хотели показать выступление ребят песни под названием Roxanne. The Police. Ну, они сказали, что сначала Вера Брежнева. Сначала, без нее да, никак. Да, уступили место. А потом уже... Верушки. Даша, переводчик, ребята, тактично не переводят нас. Ну что ж, мы хотим поговорить о вашей музыке уже, да? Про бутерброды обсудили. Давайте к музыке. Вы же первые ребята в мире, кто стал использовать кахон вместо ударных, как полноценный инструмент. Кахон — это что? Вот еще раз объясните мне. Перуанский барабан, да? Перуанский барабан или что это? Или это маракасы перуанские? Yeah, it's a Peruvian, I think, salsa instrument. It's made for salsa music. Да, это инструмент, который был сделан для сальсы, музыка. And the reason why we used this was because it was easy to carry. И мы его использовали, потому что его было проще с собой возить везде. А, вот такое простое объяснение. Вы в Нью-Йорке все это на каникулах придумали? You came up with this idea in New York on the vacations. Yeah, we talked about it before we... Before we went on the vacation, and then мы обсуждали это до каникул и взяли его с собой. Аски, where did you buy your first cajon? Well, I didn't play. I don't have any. You and Boris. I think Simon. In Peru? No. No, I think in Denmark, maybe. Кахон был куплен просто. Yes. А нет, не в Дании, в Сан-Франциско. Поспорили, в итоге решили Сан-Франциско. Пусть wow. будет Сан-Франциско. Так кахон сейчас есть у группы so или нет? No. No. Why? Well, why? Because well, first of all, Сайрон Милвилл сейчас объясняет, куда ребята дели кахон. Right. I'm not a cajonist. I'm Потому a что я не кахонист, and я so барабанщик. To be honest and to be honest to myself, if Чтобы I had to be part of честным the, перед the другими band, и перед собой, I had to find a way of playing drums. But in a more sort of, I don't know if it's more silent. Мне нужно найти способ играть на барабанах, но таким способом извлечения звуков, который подходит команде, то есть более мягким, не как стандартные барабаны. There's a balance. We're trying. Hopefully tonight you will hear that it works with drums. Да, сегодня будет одно из первых выступлений с барабанами, и мы пытаемся найти этот баланс, использовать барабаны, но не быть слишком громкими. То есть сегодня будет historical moment, исторический момент. It's the world premiere. Самое время напомнить, что ребята будут сегодня Brothers Moving будут сегодня выступать в клубе Москва вечером 7 часов. Ну, кстати, вопрос по этому поводу, если в двух словах, ну не открывая все секреты, как будет построена программа музыкальная сегодня в клубе, из чего она будет состоять? About our show, I think it would just be a little more powerful, a little more будет немножечко сильнее, энергичнее, чем обычно. It gives us the opportunity to we like dynamics in the music where we go up and go low and now we can go even higher. Мы очень любим динамику в музыке, уходить выше, ниже, а теперь можем еще выше ниже с новым звуком. Эсбен, is it because of Russian auditory?
Audience. Спасибо, спасибо. No, I try speak English as you I try. Well. English, I do my best, boys. Это вы будете сегодня вот на всех на полных скоростях мчаться, потому что этого требует российская публика. So you're gonna do tonight like high speed performance because audience requires this, or what is the reason? I think we have good energy on stage, but when we meet an audience like we often do in Russia. У нас всегда хорошая энергия на сцене, но когда мы встречаем аудиторию, как в России, которая поддерживает нас своей энергетикой, это мотивирует нас просто go crazy, уходить в отрыв. Синхронизироваться с аудиторией в этом плане. Я вам сейчас, друзья, рекомендую включить телерадиоканал «Страна FM», не только наслушайте, вы увидите, как Эсбен наполняется энергией к вечернему концерту. Уже просто ну, то есть, смотрите, еще один вопрос, продолжая предыдущий. Я правильно понимаю, что уличное выступление — это такой unplugged, мягкое звучание, да? А вот когда в клубе уже, да, то там другая аудитория, там жестче, мощнее все это должно быть. So, и громче. Performance is unplugged thing. So, and in club, is it should be like more louder, powerful, or what's the difference? Of course. Well, it's really about the size of the audience. If the size was only 50 people, I think Все зависит от того, сколько людей придет. Если это было бы только 50 людей, мы бы играли акустику. Because they're playing acoustic is you listen to the source of the instrument. And Потому so что it's not been tweaked and когда touched. Ты играешь акустику, it's really the real sound of it, so that's what I would prefer. Ты чувствуешь и слышишь реальный звук инструмента, его исток, его... Ну, я думаю, что сегодня в клубе будут одни из самых горячих людей, которые находятся в Москве. Топчик просто. Поэтому будут нужны настоящие барабаны. Top of the top. Really drums, yes. The thing is, it's difficult to find venues where they're used to micing everything up, putting microphones. When everybody played acoustic, there were, you know, many jazz musicians. Сложно найти площадки. Of folk groups, you were used to micing things up and then standing in a circle. Где ты можешь играть акустическую версию с правильной подзвучкой? Ну, это такие технические моменты уже, да. Слушайте, но учитывая то, что вы собираете публику во всех мировых столицах, на любой площади, на любой улице, мне кажется, что для вас вот где играть, перед кем играть, вообще не проблема. Considering that you have your audience like everywhere on street at the venues in all the capitals, it shouldn't be a problem for you where to play. No. We can mix. We can play big. Да, мы можем играть где угодно, большие площадки, маленькие площадки. Сейчас давайте, давайте перейдем уже к музыке, именно вот к тому выступлению, о котором мы говорили. Это будет песня Roxanne. Roxanne. Okay. Где было это выступление? Пару слов буквально. It was actually the same tour as Hollywood, but we drove a little further and we came to the south of the Grand Canyon. Тот же тур, который мы делали по Голливуду, но мы немножечко уехали дальше и добрались до Великого каньона, до Большого каньона. Вот мы уже сейчас смотрим видео на эту композицию. Как вы оказались на этом гигантском камне во Луне? На вертолете спустились? How did you climb up to this huge stone? Well, it's a canyon, it's not a mountain, so it's very flat. And then it goes down, so we don't have to climb up. Это каньон, это не гора, поэтому это очень плоские поверхности, и потом они уходят вниз, поэтому... Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, послушаем Brothers Moving прямо сейчас и песню, которая называется Roxanne на телерадиоканале «Страна FM». Телерадиоканал «Страна FM». Один на всю страну. Слушай, смотри. Телерадиоканал «Страна FM». Короче, у нас выдалось сегодня утро. Четыре красавца из Дании. Сегодня у нас студия, группа Brothers Moving, Good Morning Boys. Вот только что мы послушали культовую песню. Влад впечатлен всем. Да, вопрос касается, действительно, это было очень круто. Very cool. Yeah. Big respect. Почему Police, почему Sting, и почему песня Roxanne? Why? Yeah, Police, Sting and Roxanne. Yeah. I don't know. Yeah, of course, every... He's just one of the greatest singers in my perspective. He's really a great writer of melodies, на мой взгляд. Very unique melody maker. Он пишет уникальные мелодии. I always liked singing Sting, and it was just one of the songs we...
Мне всегда нравилось. Петь Стинга, и мы слушали его в детстве. Все вместе. Для Сайрена это была первая кассета Police. А каких известных исполнителей, чьи песни вы еще исполняете? Are the cover songs with Sting or just in general? No. There's many. Per Müller. Yeah. We played with вот ваши любимчики кто? Кроме Стинга. Like Sting level. The same on the Sting level. Mm. we think we have to mention Minnie the Moocher. Cab Calloway. Cab Calloway, which is an old song. Все старые песни. Yeah. Cab Calloway, Minnie the Moocher. Dire Straits music. Mm-hmm. Dire Straits maybe, yeah. I mean, we used to play Deep Purple on the street as well. Даже Deep Purple мы играли на улице. So energetic. Very energetic. Очень энергичное исполнение получалось. Yeah. А вот скажите, это те, кого вы исполняете и делаете каверы, а есть ли какой-то исполнитель, который для вас является безусловной большой величиной, но до которого пока ваши руки не добрались? Really admire, Peter Gabriel, Miles Davis. Miles Davis, Peter Gabriel. Но это великие люди, да. Yeah, Led Zeppelin. We tried to play it, Led Zeppelin. Да, мы пробовали, но немножечко не вышло. Сделать так же хорошо, как они делают. Ребят, вы 1000 раз, ну, по крайней мере, вот на Примеравске, 36 раз было в Москве, и, ну, в России, и мы с вами обсудили же Америку, поговорили о плюсах Копенгагена, и нам очень хочется узнать... О минусах американцев. И we want to know about Russian pluses. Yeah, like, we talk about different countries, so... What is good about Russia? Yes. Давайте так, сделаем сейчас. Вот прям вот начнем вот с Аски, потом Эсбен, Нилс и Сайрон. Я хочу, чтобы каждый из вас сказал, что больше всего он любит в нашей стране. Музыкально или действительно? Вообще, да. I think it's the attitude of the people. Отношение людей. Lots of people think that Russians are a bit cold. Так, когда ты приезжаешь, многие думают, что русские люди очень холодные. Но когда ты с ними в одной комнате или у них дома, это самые гостеприимные и теплые люди. You feel when I came here for the first time, I couldn't speak any Russian and they couldn't speak any English. Когда я приехал первый раз, я не знал даже ни одного слова по-русски, а люди не могли говорить по-английски. Но мы просто после выступления обнимались, чуть ли не плача. А сейчас ты даже читаешь чуть-чуть по-русски. Аски. And now you can read Russian. A little bit. Ну, да, немножечко. Ну, и кроме того, Аски в курсе, как на по-русски переводится его фамилия. Дело в том, что Кноблах — это гарлик, чеснок. Чеснок, да. Чеснок. Два чесночка фамилия у нас сегодня чеснок. В студии. Да, братья чесночки. What about you, Эсбен? What do you like most of all in Russia? Food. Amazing food. Yeah. What is the first you dish? Аски любит еду. Что это? Борщ, блины, пельмени. Борщ. С чесноком. I mean, I never had so good food. Really? Я никогда не пробовал такую вкусную еду, как здесь. Ну, у нас же вкуснее, чем в Америке, правда? America doesn't have a good tradition, in my opinion. And also architecture. И архитектура. Мне очень нравится гулять, просто смотреть на здания. Я сам тоже строю, поэтому я смотрю и пытаюсь словить идеи. А, ну мне кажется, что Россия как раз-таки кладезь идей для архитектора. Да. Russia is a good resource for inspiration in architecture. Еще одна вещь, которая действительно классная насчет России. In Europe, we feel Russia is not tolerant. When you come here, you get, в Европе Muslims, you get нам кажется, что Россия нетолерантная страна, но когда мы приезжаем сюда, мы видим и мечети, Denmark, и буддийские храмы. Вот. Мы разрушаем мифы о нашей стране в прямом эфире. Дани, ты не можешь построить синагогу или что-то подобное. На самом деле Россия очень толерантная. А вам надо приезжать сюда как можно чаще. Yeah, please. This is my first time, but the three guys you told me so much about Russians and about playing gigs here. Но остальные ребята, мы очень много рассказывали про Россию и о том, как здесь играть хорошо. У нас остается буквально минутка, не высказался Нилс, прям вот коротенько о России.
your opinion about Russia. No, I was going to mention the diversity of different people living together in one country. Да, разнообразие людей, которые живут в одной стране. It's something that all the other countries could learn a little. Да, мы все такие разные. Это что-то, чему другие страны могут поучиться. We are very different, but спасибо большое, это очень хорошие, yeah. приятные слова для нас. Ну что, давайте еще раз напомним. Значит, сегодня в группа Brothers Moving в клубе Москва. 27 июня в клубе Мот, это Санкт-Петербург. И 28 июля загородный клуб тоже в Санкт-Петербурге, в северной столице. Друзья, приходите все обязательно. Спасибо вам огромное за это утро. Thank you very much. Thank you, Brothers Moving. Thank you very much. Мы сегодня просыпались вместе с ребятами из здания. Вообще просто крутейшими музыкантами Brothers Moving. Также вы просыпались вместе с Владом Кутузовым. И Юлией Егоровой. Даша, спасибо тебе большое. Спасибо, все, вернемся Даша. Завтра. Пока. Пока. Телерадиоканал «Страна FM». Один на всю страну. Слушай, смотри.